Всем привет, с вами Артём, вы смотрите AbletTube. В последнее время от вас поступает много вопросов по поводу jailbreak-расширения LinkTunes, которое позволяет скачивать музыку из iTunes бесплатно. Изначально это дополнение не работало на прошивках версии 7.1 и выше, однако авторы доработали свой твик, и я решил снять обновленную инструкцию. Итак, LinkTunes — это расширение, которое позволяет загружать музыку из iTunes, точнее не самого iTunes, а с других серверов. Кроме этого, можно импортировать любые MP3 файлы, находящиеся в файловой системе вашего iDevice. Для импорта песен потребуется перейти в параметры расширения, там вы увидите отдельную вкладку с файловым менеджером. Находим папку, в которую мы положили песни, и импортируем их в музыкальный плеер. Для того, чтобы скачать песни из iTunes, открываем магазин песен и переходим в раздел LinkTunes. По имени исполнителя или по названию трека ищем необходимые нам композиции. После этого любую из них можно прослушать и загрузить на устройство. Загрузка будет происходить как типичное скачивание с iTunes с последующим импортом в стандартное приложение музыка. Как и ранее, в параметрах LinkTunes можно включить или отключить сервера, на которых будет осуществляться поиск контента. Мы не поддерживаем пиратство и выступаем исключительно за лицензионное приобретение музыки и приложений. Данный способ распространяется исключительно в ознакомительных целях. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артём, специально для AbletTube. Пока!